Всем салют! Давно хотел послушать новые полноразмерные наушники и получить от этого удовольствие. Получил и то, и другое. За красно-белой картонной коробкой скрывается внушающий доверие армированный кейс для хранения и транспортировки, при виде которого хочется сказать «Внимание, черный ящик!». TechStar Pro 82 – полноразмерные практичные наушники. Их черты и формы напоминают уже легендарные аудиотехника ATH MSR7, а чем-то профессиональные Sony MDR7506. Пластиковые матовые чаши, стальные несущие и очень мягкие амбушюры и оголовья. В основе наушников стальная пластина, которая делает их практичными и внушает доверие на перспективу. Большие мягкие амбушюры очень удобные, с эффектом памяти формы уха, создают все условия для продолжительного прослушивания. Практичность наушников, удобство и сундук дают все перспективы для использования их в диджеинге и в студии звукозаписи. В чемодане в придачу есть мешок для хранения наушников. Чаши крутятся, вертятся во всех направлениях, очень легко подобрать удобное положение. Можно слушать только на одно ухо, при необходимости как вариант носить на шее. Предусмотрен съемный кабель длиной 2 метра 20 сантиметров, довольно плотный, с переходником на 6,3 мм для использования с более серьезной техникой. Кстати, джек позолоченный, а на месте, где кабели часто ломаются, здесь предусмотрена специальная стальная пружина. Следовательно, у кабеля будет долгая жизнь. За звук отвечают динамические мембраны диаметром 40 мм. Наушники получили оригинальный звуковой тюнинг. Я бы назвал это компромиссом между V-образным и мониторным звучанием. Получается, это тот самый вариант для студийной работы и для повседневного использования дома. Ходить в полноразмерных наушниках по улице или нет, решать вам. Я эту тему не понимаю. Запаса хватит для головы любых размеров, можно носить даже поверх шапки. Здесь объемный, энергичный, акцентированный бас, середина звучит естественно, довольно музыкально и весомо. Высокие частоты подаются звонко, детально, в оправданном количестве. Если присмотреться, на обеих чашах есть переключатели для регулировки уровня баса. Звук дело индивидуальное, здесь вы можете настроить под себя уровень низких частот. Без эффекта, нейтральный бас и низкие частоты на максимум. Идеально для игр или для просмотра фильмов. В свое время, когда я занимался звукорежиссурой и работал с музыкой, то именно вышеупомянутые Sony я хотел получить себе в арсенал. Что касается TechStar Pro 82, наушники практичны, удобны, выглядят по-человечески. Судя по всему, служить вам они будут долго. Считать чужие деньги – дело неблагодарное, но цена как для толковых наушников в супер чемодане просто смешная. Ссылка, как всегда, в описании. Послушать и купить наушники вы можете в аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе. Подписывайтесь на YouTube канал и следите за новостями мира персонального аудио в нашем Telegram-канале. Check the mic and make sure it sound right, boys.